Моя история начинается здесь. Херсон – это небольшой тихий город на юге страны. Здесь я родилась, обрела семью и пережила немало счастливых моментов, трудностей и потерь. Именно здесь происходили все самые важные события, благодаря которым я могу с уверенностью сказать – моя жизнь удалась. С детства я мечтала стать доктором, чтобы помогать людям. Но я нашла себя в сфере, которая признана делать мир лучше, а людей ближе друг к другу. В любую минуту каждый из нас может связаться с близкими, которые далеко. Чтобы это было возможным, каждый день огромное количество людей работают в одной команде. Это большое общее дело, часть которого я себя ощущаю. Более 15 лет назад я пришла в компанию. Теперь я ценный игрок этой команды. Меня зовут Элеонора Беличенко. Привет, любимый Водафон! Моя должность требует быть открытой в общении с людьми, понимать и слышать, всегда быть вовлеченной в работу. Это кажется сложным, порой очень утомительным процессом, но цели, которых достигает наша команда, вдохновляют меня побеждать снова. Думаю, я еще много могу дать этой компании и этому миру. С грустью осознаю, что однажды мне все-таки придется сказать эту фразу после долгих лет. Прощай, любимый Водафон. И все же главным своим достижением я считаю мою семью, любящего мужа, родного сына, близких друзей, которых мне посчастливилось встретить однажды на своем пути. Во мне по-прежнему много энергии и любви, которую я отдаю этому миру каждый день. Впереди меня ждет еще много прекрасных событий, но сейчас я сосредоточена на новых целях. Думаю, я еще могу приносить пользу людям и развиваться как профессионал. Расслабляться некогда, и мне это нравится. Жизнь летит быстро, и мне очень хочется, чтобы она была наполнена смыслом. Ведь все проходит, как тает снег за окном. Я хочу делать счастливыми людей, которые меня окружают. Хочу иметь возможность помогать тем, кто в этом нуждается. В душе я все еще та девочка, которая мечтала созидать и делать этот мир лучше. Я стараюсь следовать своей мечте и никогда не останавливаться. Жизнь словно стихия, можно прятаться от нее. Но я предпочитаю быть ею, разрушая преграды на своем пути.